Как отмечали великую победу в стране, увидеть в минувшие выходные можно было на всех федеральных каналах. И, пожалуй, самый эмоциональный и радостный парад получился у севастопольцев. Телеканал «Первый Севастопольский» предоставил нашей компании свои съемки. А на связи по телефону 9 мая с нами был ивановский журналист Денис Смирнов. Город-герой, город-богатырь. Ровно 70 лет назад он был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Десятки тысяч человек со всего Крыма и из России тоже приехали на 9 мая. И для них этот праздник, я думаю, стал самым последним, самым таким ярким событием за последние лет, наверное, 25. По духу это было как Олимпиада. То есть все были вместе, все обнимались, все были с флагами России. То есть просто такого подъема патриотизма не было еще никогда. Не только из Крыма, но и со всей России съехались гости на Севастопольский парад. Впервые вместе со Знаменем Победы был вынесен российский флаг. Шествие открыла рота военно-морских барабанщиков. За ними парадным строем прошли офицеры и курсанты военно-морского училища, таможенная служба, представители МЧС России. Затем проследовала военная техника, более 60 единиц. Главными героями парада, как и в других городах страны, стали ветераны. Они прошли по городу под бурные приветствия и слова благодарности. Немного грустно. Я 12 своих ребят, однополчан, потерял в войну. Не вернулись в фронт. А я вот вернулся. Ну, а сейчас иду и... Видите, как нас встречают участников войны. Ну, как быть невеселыми и не грустными? Обстановка торжественная. Такого ничего в Севастополе уже более 20 лет не было. Я с советских времен и вообще выпускник 1953 года Черноморского училища. Поэтому данная обстановка, по-моему, больше не повторится, такая, как сейчас. Ощущение то, что мы в России. Это значит прекрасно очень. Это значит наша победа. И освобождение Севастополя, и победа. Это мы все вместе. Советский народ, Красная армия сделала эту победу. С праздником, дорогие! Патриотизм 9 мая в Севастополе просто зашкаливал. Возвращение в Россию каждый житель города воспринимает как личную победу. Нам очень нравится этот парад. Мы очень счастливы. Мы очень счастливы за Симферополь, за Крым, за Севастополь, за Россию. За Россию, за то, что мы вернулись. Мы очень-очень рады. Спасибо России, спасибо Путину, что он нас забрал. Президент 9 мая тоже побывал в Севастополе. После обеда в бухте выстроились боевые корабли Черноморского флота. В небе прошел военно-воздушный парад. Елена Белова, РТВ Иваново.